Всем привет, дорогие подписчики. Здравствуйте. Всем привет. Два рака, господи. Не могли нормально поздороваться с нашим добрый подписчиками. Вечер, уважаемые дамы и господа. Во? Сегодня телешоу программа GTA 5 с Димкой, Сенчей и Виталькой. Вот, уже хоть что-то. Давай дальше. Какой ты идиот мимо меня. Сейчас бронился на дорогой тачке. Я, короче, одну тачку угнал, сейчас мне дали две звезды. Я не понимаю, за что. Никогда такого не было в GTA-шке. Странно. Господа, я нашел отпадную машину. Сейчас мы с вами будем куролесить, так сказать, на... Жизнь, только вздумай стрелять. Садись. Садись, давай. Я попал? Попал. Давай садись, у меня ровно 0 хп. А ты сзади можешь сесть? Ну, да, садись. Я хочу сзади садиться. Да можно? Да. Что ты... Что, серьезно? Ты видал, с чего я стреляю, мать его? Ты мне одну звезду нагрел. Где Сенчо? Сенчо! Я где-то скопами разбираюсь. У меня две звезды за то, что я угнал какое-то говно. Ща, подожди, сейчас все будет. Нет, давай, я стою на месте, я в полуминусе. Все, за это лайк нужно поставить. Да я сижу, отдыхаю, просто так отдыхаю. Просто нифига не делаю. Да двери закрой, блин. Да не могу я закрыть, я могу только стрелять. Не застрял. Ха-ха. Ха-ха-ха, тихо. Ух, туда, откуда три звезды? Меня автобус сбивает. Что за, блин... Лажи, я вообще вот этого понять не могу. Чё вы, где я там? Ты видал, как можно сделать альтернативный вариант, не тратя денег, а фургон с пулеметом? Вот он, мать его. И фургон вроде бы там красивый. Новая машина. Слушай, Сеня, понимаешь, что ты решил припарковаться? Давай к нам, побыстрее садись. Ну ладно. Сень, давай побыстрее как бы. Ну нормально, меня только тут бьют, ну ладно. Давай садись, Сеня. Всё нормально. Садись сзади, садись. Поехал, Виталий. Стреляй, отстреливай! Господи! Банда, ёпте! Ой-ой-ой, ребят, сейчас всё будет, извиняюсь. У меня минус дверь! Ой, господи, их тут дофига, ребят, вот тут давайте поактивнее, пожалуйста. Сейчас, подожди, ничего взять не могу. Это как минимум страх. Сеня закрылся. Тихо, всё. Сеня, возьми что-то понормальнее, пожалуйста. Например, у меня только пушка эта есть, всё. Ты сколько уже в GTA играешь? Неделю? Ну, может, около двух. Ну, тем более, ты не мог нормальную пушку себе купить. Ну да, это вполне себе. Надо будет закупиться, действительно, а то я что-то как лавал. Ну, у нас колесо пробито или нет? Мы на четырех. На четырех мы. Нет, на трех. На трех. На четырех, да. Короче, правое переднее у нас пробито колесо, ребят. Все равно вваливаем. Как вы смотрите на то, чтобы поменять тачку или не надо? Не, пожалуй, не надо. Ну, теперь у нас точно будет минус 4. Ну, вылаги у меня, господи, вылагайте жестко. Чтобы сейчас отстреливаться, не сидеть, как, блин, модная чика. Да я просто посижу, зачем мне отстреливаться? Еще тратить свои драгоценные патроны. Теперь минус 2 колеса, куда мы едем, я не понимаю. Вообще, что это за серия сейчас? Я хер знаю, что мы вообще хотели снять. Сейчас, подожди, надо посмотреть, куда нужно доехать. Сейчас, вот смотри, куда мы едем? Боже, поехали куда-нибудь. Вообще, я хз, что это за место? Я не понимаю, что вообще происходит, какие-то взрывы вообще. Прям боевик какой-то. Франшиза серии «Крепкий орешек». Чур я лысый из Бразерс. Гаси, тут полицаи полетели. Я тут, главное, сижу, видимо, у меня патроны закончились, судя по всему. Я как идиот с гранатой в руке. Блин, я пытаюсь попасть, это... Накрутить себе липучку, но она проскалькивает каждый раз уже. У нас... Как ты прокручиваешь пушку? Во, наконец-то. Набом, что ли? Да. Ну, я что, вертушку не сбил? Она что, с вами бессмертная, что ли? Ой, господи, это кто был? Виталий, ты куда едешь? Я ровно по курсу еду. Ровно по курсу, прям заметно, как ровно. Только за нами две полицейских машины здоровых. Сейчас я вертолетикус. Какие здоровые машины ты там говоришь? Да ладно, нет ничего уже, судя по всему. Блядь, что это было? Отлично. Кто-то вовнутрь так эпично попал, ладно. А это не я случайно своей ее там? По-моему, это твоя грязная была, Федор. Я не знаю, я просто держал, думал, куда бы кинуть, и бабаха она взрывается. Давай в ту сторону. Ну, вместо, где мы сдохли, собственно, да? Давайте возьмем это. Слушайте, реально, давайте возьмем какой-то джип с пулеметом, у меня есть. Может, блин, давай? А как закупить патроны и пушечки, не выходя, не езжая? Кто гасится по мне? Не знаю. Слушай, кто гасится по нам? Виталик, на кого мы тут? Я нашел очень четкую тачку, ребят, бронированную. Поехали. Я тоже говорю, Сеня, чур теперь ты за рулем. И куда мы едем? В соседнее село. А, меня убьют сейчас. Давай, Диман.
Ребят, давайте. Я отдохну, вы так не против же, да? Да-да. Тихо-тихо. Ну давай, Синяк. Диман. Диман, давай быстрее, пожалуйста. Поехали, давай. Поехали. Газуй, 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 газуй. Сейчас я поставлю только точку. Куда мы едем? Сейчас на аэродром поставлю точку. Все, едь по этой точке. По-моему, пора разворачиваться. По-моему, да. Сейчас, сейчас, смотри, резкая обманка. Как вид? О! Тройной форсаж, токийский дрифт. Господи, кто тебя водить учил? Я не знаю. По-моему, я лучше был. Давай я буду водить. Это норма, ребят. Давай я буду водить. Давай поменяемся. Сейчас я такую покажу, как надо водить. Да сейчас будет. Давай меняемся резко, сядь. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Да все, мы уехали, короче. Давай, убирай последнего и меняемся. Как поменяться? Ты предлагаешь? Ну, останавливайся и перебегаем по-бырому. Ой, да ну нафиг. Да я отбиваюсь, все нормально, ребят. Давайте. У нас колес нету, ничего, едем, главное, чтобы ехали. Ребята, едем, едем. Господи, что же вы творите, я не знаю. Тихо, да это норма. Сеня, меняемся, меняемся, меняемся по-бырому. Я отбиваюсь. Я выбежал. Садись. Сел, поехал. Сел, поехал. Все, пацаны, держитесь, я за рулем, это просто жесть. Стреляй, давай. Я прикроюсь, пожалуйста. Я боюсь, это не общий. Это, ребят, общественный туалет как будто. Синяк, синяк. Три вертушки. Дима! Господи. Вот так водить надо, Вася. Меня Давид учил. Давай, Диман, езжай, я сейчас кое-что попробую сделать. Сейчас я попробую вертухан сбить. Это что за полет? Я не понимаю. Я не подписывался на американские горки. Так же скажу. Просто, Диман, ты слишком дерзкий. Я знаю, а что такое? 4 звезды, но это, по-моему, так. Загасим, понизить значит. Уровень розыска. Не надо, нафига ты понижаешь? Да у нас тут такое хардкор-пати, вы что? Да ну я на я потом. Не могу! А, нет. Федоров, давай ехай! Ехай, дура, ехай, так сказать. У вас что, звезды остались, что ли? Нет, я пытаюсь их, наоборот, наагрить. Ну все, Диман, ну зачем, Диман? Звезды, о, да? Красавчик! Как? Как ты 4 звезды обратно сделал? Стрельнул 3 раза по вертушке. Не, ну конечно. У меня, кстати, откуда-то патроны здесь, такая хз откуда? Да, ты помнишь что-то? Эту дорогу? Федоров, не надо. Это плохая затумка. Сейчас все будет. Лес. И куда мы прёмся? Сейчас увидим. Так, лучше держись. Ну ладно, ладно. Сейчас я посмотрю, подождите. Только мы без левого заднего, как и сильно. Ну да вообще без проблем, да? Почему? Да нормально лететь будет за само то. А что лететь? Да? Не-не-не! Куда лететь? Подожди, куда вниз, лететь? Вниз, брат мой. Может мы поедем на аэродром, там самолеты есть, я не знаю. Я кто-то забыл. А потом на аэродром? Я по всему. Чё, греешь? Да, так блин, там точка стоит на аэродром. Давай ты как бы на аэродром повернешь обратно вниз. Не, мы сейчас по Берому слетим с этого всего говна. Я не могу вперед стрелять! Пожалуйста, разверни свою жопу. Ладно, теперь могу стрелять. Все нормально. Отстреливайся! Знаете, кто здесь? Кто? Кто? Кто здесь? Кто? Квайдер? Ты кого-то добавил в скайп? Да. Кого? Кто? Кто это? Не знаю. Школьник какой-то. А, я понял, понял, кто это. Долбоёбы, блядь. Я сначала слышу какой-то детский голос, потом понял, кто это на самом деле. Отстреливайтесь давайте, раки. Да все нормально. Я дверь закрыл, мне хорошо. Ты давишь людей. И чё? Диман, ну это фигово. Полицейский вышел на работу, думал тебя пристрелить. А ты взял его и сбил. Ну разве это, ну, по-человечески? Отлично. Проснулся утром, выпил кофе. Очнулся уже мертвым. Очнулся на асфальте придавленным каким-то грузовиком. Что за дорога? Куда она ведет? Куда мы едем? Мы никуда не едем. Я хрен знает. Я не знаю. Я просто вожу. Думал в аэропорт, короче, поедем. В итоге поехали в какой-то Г. Ну честно. Он нас зарежет тут. Я боюсь. Копы едут по воде. Где логика? Димка, я, конечно, все понимаю, но тоже через чур экстрим, на блин. Отстреливайся, главное, не ссы в компот. Я по вертушкам, знаешь, неудобно стрелять, когда ты, блин, как чертов елдак ездишь, блин.
Я не могу так. Ехал, поехал. Я просто этим всем наблюдаю, как я эпично сижу за дверцей и смотрю на ваши перестрелки. Убейся просто. Да тихо, мы заедем. Молодец, красавчик. А, ну все, пацаны, короче, это была последняя остановочка, мы можем сваливать отсюда. Пока все. Ну, дальше, дальше своим ходом, да? Дальше сам, каждый сам за себя. Почему я, блядь? Судя по всему, я тачечку отработал. Или нет? Да. Ой, извиняюсь, Сеня. Шикарно, отработал Виталь машину. Взял меня и слил. Окей, я тебе это припомню, честно говоря. Да я случайно что-то прикопался там. Да твою мать, почти отработал тачку. Чего вы мне не помогали? Тараки вы, ё-моё. Чё, вы сдохли все уже, да? Да. Я еще живой, отстреливаюсь, пока... Нет, уже не сдох. Живой, не живой, сдох. Давайте вас заберу, где вы есть. Да мы там же. Где? Собственно, снизу, во враге. В каком? Стой! Эй, ты на тачке копаскай. Я сзади. Тихо. А вот сейчас время брать тачку и уезжать. Сейчас просто самое время брать тачку и... Сколько тут копов? Фёдоров, поехали. Где ты есть, Сеня? Быстрей помогай, говори точнее. Подожди, я тут стою у тачки, меня тут прикладом бьют, все, я слился опять, окей. Господи, быстрей возрождайся. Да ща, я резвусь, подожди. Где ты? Я резвусь. Я, а где Виталя? А я, короче, сзади вас. Твою мать. Вы, короче, уехали с дороги, там вот где... Прямо я, мы сейчас едем к тебе, сиди там. Стой. Иди на дорогу быстрее, на дорогу! Да я иду. Братан, быстрее, ты чё так долго идешь? Я плыву... Меня переехала полицейская машина, которая поехала за вами. У тебя 5 секунд, быстрее. Я поднимаюсь, как скалолаз, ребят. Да блин, господи, меня сейчас вольнут, отстреливайтесь. Да тихо вы. Куда? Короче, Сеня, иди в жопу, мы без тебя, мы тебя кинули. Стой там. Давай в багажник. Стой, нет. Все, поехали, короче. У нас минус колеса. Мы застряли, твою мать. Нормально, все, не ссыди. Это норма. Сейчас все будет. Как музыку тут выключить? У меня Q не работает. Что за? А, у нас минус 2 колеса. Не, минус 1 колесо. Ну все, говорит. Минус машина. Ну да, шикарно, по-моему. Просто шикарно. Что же может быть лучше? Сейчас все будет, не ссы. Ну да. Все четко. Лучше, чем прямо водящий Димка Федор. Да, по болоту. С 4 звездами. Просто, по-моему, лучше быть ничего не может. Это просто. Что ты начинаешь на меня бузить, нормально общались. У меня 2 хп, а 5 хп осталось. Ну ты капец. Кстати, у меня тоже... Не, у меня нормально вроде бы еще. Сколько хопов? Ваш себе транспорт уничтожен. Что? Где мой личный транспорт? Ладно, я пока верну. Что? Куда? Куда? Зачем? Просто... Я не знаю. Да я без дверей остался. Ну спасибо, Димка. А этот опять сидит, блин. Да нет, мне норм, понимаешь, мне норм. Я сижу, мне хорошо. Мне главное, чтобы меня куда-то увезли и сейчас. Куда-то увезли, что-то сделали. Это уже звучало совсем не после, я тебе скажу. Куда-то увезли, что ты. Пойду поплаваю, окунусь, почему бы нет. Че, пошел плавать? Да, конечно, нет, не пошел. Гоналодки отваливать. Во, вы сами. Хотя у нас вода тоже как лодка. А че вы ушли? Я до сих пор еду вообще-то. Федоров, твои проблемы, давайте быстрее, ребята. Я не могу сесть в эту говняцкую лодку, подожди. Давай, садись ты уже. Да сядь ты, блин. Тихо. Федоров. Все, давай, погнали. Сука. Я валю отсюда. Все, давай, погнали, говорит. А, ну шикарно, меня опять же слили. А, вы уже посливались? Ну да. Ой, враги. Ты если телепортнулся как бы оттуда, точнее не телепортнулся, а... Господа, давайте обратно к лодке. Стой, кто в лодке? Меня вынесли, все. Кто в лодке, стой! Раз, два. Сейчас, подожди, я у копов тачку отработаю. Брат, пожалуйста, отведи. Отработаю. Чем отрабатывать будешь, Сень? Ротом или... Ротом. Ртом. Тихо, подожди. Главное, никого не зацепить. Смотри, у меня даже звезд нету. Угнал полицейскую машину без звезд. Куда ты поехал назад? Я сейчас это... Блин, ты можешь быстрее и бежать. Бежать. Стой там, где стоишь. Ты дурак, мы отсюда не выйдем сейчас.
Просто стой там, где стоишь. Да залазь ты уже. Я просто бегаю за вашей лодкой, как очумелый, и все, поехал. Что может быть шикарнее, чем прогулочка втроем без звезд? А, ну без звезд, да, без звезд пока что, это хорошо. Господа, как мы отсюда выйдем? Вот так. В смысле, откуда? Давайте сюда попробуем. Подожди, 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 меня нету сзади, да стой ты. Да никого нету сзади. Да я сяду. Да стой! Я умею водить. Да сейчас выйдем, нормально будет, не ссы. Когда Диман не может определиться с местом. Встал за руль. Че это за Титаник, Диман, объясни. Я хер знаю, нормально все. Куда мы поперли? Там ты что, в канализацию хочешь сосаться? Там нет проезда, Виталь, тормози. Разберемся, подожди. Тормози. Все отлично, едем, ребят, едем. Там гора. Блять, точно, там гора, давайте назад уже. Да, шикарно, шикарно, давайте назад. Ну, чуть медленнее подумаешь. Короче, валим пацаны, отсюда, просто валим. Ну че, вы нормально же общались, сейчас развернусь. Слышишь? Блять, че за Титаник? Война за катер. Как угодно ты меня перебарываешь? Перебарываю? Да нифига тебе не пере... Не... Да... Подожди, стой, не бей, не бей, не бей меня! Эй! Меня выселило! У меня что-то ноль этих зарядов, что ты очканул-то? Короче... А чё он идёт за ним, как я не знаю, как ракля какой-то? Сейчас полицейский, я сзади иду к нему со стволом в бошку. Прицелившись, он разговаривает по телефону. Фига меня откинуло, это чё за бред такой был? Это я был. Так, вы к этому разбирайтесь. Конечно, вы, ребят, там разбирайтесь, а я уехал. Чё он такой живучий, я ему три штуки дал? Разбирайтесь там с тремя звёздами, со всем остальным дерьмом. А чё, ваш проблем? А, три звезды уже? Ну, у меня три звезды. И, судя по всему, мне тут небольшой... Я сейчас шел будто в это, что ты насрал. Да, тихо, я сказал. Заныкать вертушки, сейчас буду ныкаться здесь. У меня что-то зависло. Тихо. Меня спалили! Тихо, Лестер! Лестер, давай! Тихо, я сдох уже, успокойся. Да ты как кусок мяса у меня, смотри. Да блин, куда ты пропал? Лестер... Ну, Лестер. Ребят, наше такси приехало, прям в воду. Тихо, Лестер. Давай, понизить уровень розыска. Понизить. Тимка, садись. Все. Только меня не трогай, блядь. С горе напополам, как-то я отсюда это. Да садись ты уже. Да сажусь я. Где ты, Сеня, где ты делся? Опять вечно где-то лазишь. Вы чё, на катере, что ли? Или на машине? На машине уже. Езжайте назад, просто развернись, Виталь. Другую сторону. Почему летает столько вертолетов? Странно. По-моему, у нас подводное такси работает, ребят. Тихо. Садись, давайте, я говорю. Да я сам. Я... А, все, сел. Ехали. Все, ребят, теперь едем. Едем. В соседнее село. На дискотеку. Ну и чё? Ставьте кто-то точку на аэродром, который находится, сука, сзади меня где-то там. Где что? Он аэродром находится? Ну, блядь, если по дороге посмотреть, то он будет прямо. Что? Это тут какой-то... А, короче... Там полосы такие огромные, длинные, но короткие. Понял? Длинные, но короткие. Ты прямо объясняешь, как я не... Ты точку ставь в ту сторону, куда мы едем, или чё, куда? Сейчас я развернусь. Сейчас. Это пёр. Я не могу точку поставить. Что за дичь, а? А я всё Димка виноват, сразу говорю. Ой, господи ты, боже мой. Что за дичь? Уберите точку, кто поставил, пожалуйста. Я ее не ставил, она сама. Я вас молю, уберите точку. Так сами убери. Не Остреливай убирается вообще-то. И чё? Ну ладно, я просто, пожалуй, посижу и посмотрю, как вы угоняете от копов. С четырьмя звездами. Сейчас будет пять, не ссы. Поставь. Бомбит. Взял, короче, остановился, я прям испугался даже. Давай. Давай, самолет и самолет там же. Я сдох. Ну, отлично, ты заканчивай. Поехали, Виталь. Вы, может, меня подождете? What the fuck? What? Ну, неплохая сальтуха, я тебе скажу, просто нечетненько. Это же, ничего.
Чувствую, я знаю, как летсплей назовут. Три наркомана. Просто, ну серьезно. И четвертый в конфе. Кто это? Загадочный наркоман. Такого уже нету. Кстати, да, его нету. А прикинь, сейчас подключайся, кто меня назвал наркоманом. Я вам сейчас всем спайс раздам. Ты сам собой, Сеня. В смысле сам собой? Ручкой. Где вы, дворака? Мы. А, тебе вот показать вы. Где? Вот я. Один, ну, вот слили. Я. Ну, меня слили. Ну что за фиг... дела? Мы просто весь город на себя нагрели. Ну как-то, ну вообще нечестно. Ну, не по четкости. Так, ну и где ты, Виталь? Ну какого хрена ты такое делаешь? Я случайно. Сколько копов, ребят, просто посмотрите на эту дичь. Да, офигеть. Где этот трак? Эй, потише, Виталь, Меня убили. Я почти там сделал массовый килл. Я не знаю, как это называется. Геноцид копов в Лос-Сантосе. Массовый. Аль-Ахбар! Что это прилетело с горы? Я чуть тебя на шашлык не пустил. Тихо ты, да ты слушай аккуратно. Сеня! То хотел сказать, что ты аккуратно стреляешь, тут же, блин, знаешь, ну... Далеко не аккуратно. Да как вы как куски мяса летите. Просто давайте устроим хардкор-пати, мне нравится. Ты где это. Вообще стоишь, я тебя не вижу. У меня кончилось, да? Что-либо, чтобы можно было устроить. Ооо! Я лечу с горы прям, вот лечу. Пацаны, у меня для вас подарочек. Меня убили. Какой? Димка, покажешь? Расскажешь? Покажи. Короче, поехал я за самолетом, мне надоел тут вообще тусоваться. Тихо, не взрывай! Да, ну... Спасибо! Извини, брат. Спасибо. Так, ну и чё, где я? Опять резнулся какой-то... Оу, в яблочку. Блять, меня раздавили. Тихо. Блин, патроны кончились, ну обидно так-то. Можно было их закупать по интернету, было так бы. Кто чуть... меня там давит, сука? Короче, все, делаем все по-четкому. Сейчас идем на карту. Какого хера я сдох? Смотрим, да блин, я сказал, смотрим, где у нас аэропорт. Точка в аэропорте уже стоит. Ты до сих пор хочешь до аэропорта добраться, мне кажется, или ты не доберешься сегодня? Доберусь, смотри, доберусь. Тихо, только не мешайте. Да, ну не мешай ты! О, пистолетик. Да, Виталь, ты все мои тачки, которые я бы мог взять, истребил. Да ну не стреляй ты, Виталь! Так это не Виталя. Ой, это не Виталя, это Диман, конечно. Диман, привет. Один я тут с бомжом, как бомж хожу, короче, с говняцким пистолетом и ничего сделать не могу. Ладно, ребят, сейчас все будет, подождите. Сейчас все будет. Смотри, какая жесть. Что вы за мясо там устраивали? Симка, блядь, по мне не гасит. Вот ты заднеприводный, а. Высоко сижу, далеко гляжу, по всем стреляю, ничего не знаю, да, Дима? Все, говоришь, меня убили. Все. Ну все, короче, ребят, я погнал в аэропорт, мне уже на вас глубоко и фиолетово. А я тем временем окончу эту запись, вот, хватит такой. Тоже. Такой хрени, которую мы натворили, такого вроде бы ни разу не было на моем канале, ну и я прощаюсь со всеми. Ладно, ребят, для Димана всем пока. Сейчас, подождите, я должен доехать.